Отто, большое спасибо. Текст доната на зацен, на запись. Поехали. О, пошла из его кожа. Я все равно не буду энергос, наверное, оформлять пока. System of a Down. Да чувак ров. Максимум Дехорман, Чоп Сью. Ну, про этот трек не скажешь, что он такой же, как вот тот. Феноменальное открытие просто у зрительницы, если гитару на полтона опустить, оказывается, внезапно все так круто начинает звучать. Чат, кто не пробовал перестраивать гитару на полтона ниже? Возможно, у вас тоже будет великое открытие. Попробуйте. Еще на полтона ниже, кстати, будет не то. Но тоже своеобразно, забавно. А вот еще ниже, вот так уже можно и металл начать играть. Ну и флэт, да, и флэт один из самых кайфовых строев на самом деле. Вообще и флэт, и вот, наверное, даже типа C-sharp flat, то есть, короче, на 3 полутона ниже стандарта, то есть, как бы, когда можно дроп-бэт сделать. Тоже достаточно прикольный строек. Строечек такой. Ниже уже стандарт. Ну, он не так вкусно, что ли, звучит, не знаю, но по-своему прикольно. Под некоторые штуки кайфово. Тоже вроде присутствует математика всякая здесь. Мне кажется, хлеб. Да? Может быть, вот поэтому как бы и не так работает. Казалось бы, вот... Вроде и барабанщик что-то делает прикольное, вроде бы и математика, вроде бы и то, и все, и все. Мне не очень нравится звук барабанов, если честно, еще здесь. Общий микс глуховатый.
Припевчик, да, кстати, приятненький весьма, надо признать. Может быть, просто реально, может, или... Еще на YouTube вот жалко, что громкость это максимальная. Мне кажется, как будто ее чуть погромче еще сделать, она будет больше кайфовая. Но с другой стороны, это херово, что, типа... Неужели, ну, как бы... Просто сделал потише, и уже весь кайф от песни теряется. Это такое себе.